В матче за бронзу встретились команды 31-й школы 35-го лицея. В итоге обладателями бронзы стали учителя 35-го лицея. Ну а в борьбе за золотые награды на паркете сошлись 29-я школа и 25-я гимназия. В рамках этого чемпионата команды играли до двух побед. Сет завершался, когда одна из команд набирала 25 очков. В итоге первая партия финальной встречи осталась за 25-й гимназией. Коллектив взял ее достаточно уверенно. Вторая партия получилась еще более насыщенной и непредсказуемой. Со старта 25-я гимназия стала методично набирать очки, но 29-я школа вовремя смогла собраться и достаточно быстро разницу в счете нивелировала. И все же на приемах гимназисты ошибались реже. Если 29-я школа больше делала ставку на мячи у сетки, то 25-я гимназия больше атаковала дальние рубежи площадки соперников. Большая часть мячей гимназистов была забита именно там. После экватора 29-я школа смогла найти брешь в обороне гимназии, к голам у сетки прибавились мячи, забитые в центре площадки соперников. Но часто ошибки на своих подачах наверстать отставание 29-й школе не позволили. В 25-й гимназии действовала хладнокровно, ближе к концовке встречи были длинные розыгрыши. В одном из таких 25-я провела очередной мяч, 19-17 в пользу гимназистов. Чем дальше, тем больше. Дело близилось к матчболу. Показалось, что 25-я несколько расслабилась и стала больше ошибаться, позволяя набирать очки 29-й школе. Но такие подарки продлились недолго. Цена ошибки была велика, потому играли аккуратнее. По сути, до первой помарки. В концовке она и произошла. Гимназисты дожали и победили 25-22. Команда молодцы, команды сильные, все. Игра шла действительно с удовольствием, потому что каждый боролся за свое место. Но так получилось, что взяли мы, потому что мы сильные. Мы гимназия номер 25, которая занимает всегда призовые места, а лидер свой мы уже года 3 подряд. И всегда в финале мы с 29-й школы, и вот так получается. В матче мы выигрывали достаточно легко, уровень команды достаточно высокий. В финальном матче не хватило, не знаю, наверное, везения немножко. Второй ход, как-то у вас получается финал. Но смотрите его в полное удовольствие, поверьте мне. Все, кто здесь присутствовали, получили максимум удовольствия от игры. Школа номер 29.